Спасатели предупреждают о правилах безопасности на водных объектах в осенний период. Постановлением администрации города выход людей на лед и выезд самоходной техники запрещен. Крайне опасным считается лед после снегопада. На озерах и реках вблизи нашего города установлены знаки безопасности, организовано патрулирование мест, где наиболее вероятен выход людей на лед. В октябре спасатели проведут профилактические мероприятия с детьми в рамках акции «Безопасный лед». Администрацией города установлен запрет выхода граждан и выезда самоходных транспортных средств на ледовую поверхность в водных объектах, расположенных на территории муниципального образования. С 10 декабря до момента достижения допустимой толщины льда. Это от 7 сантиметров для одиночного выхода и не менее 20 сантиметров для массового выхода на ледовую поверхность.